Келье полиция задержала 40-летнего преступника, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Жертвой злоумышленника оказалась дочь его бывшей сожительницы. В момент преступления девочка находилась дома одна. Злоумышленник начал душить ребенка. Об изнасиловании в полицию заявила мать девочки. Правоохранители нашли злоумышленника в соседнем селе. Теперь задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сотрудниками Келийского отдела полиции совместно с пограничниками, а также бойцами Национальной гвардии при поддержке местных жителей и охотников в ходе проведения разыскных мероприятий был задержан негодяй, который изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу, связал ее при этом, наносил ей телесные повреждения. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по статье 152, часть 4.